Сегодня вам покажем математику, что было ваше и пацаба с вашей. Пацаба можно одно и то же пяти, как пяти, точно не похожей продукции. Она как-то цикла столько. Да. На 10, 20, на 5 человек. Это называется пацаба с вашей. Я говорю, что это как пяти. Точно, что продукт идет, это пацаба с вашей. Ну, канал количество это больше, называется пацаба с вашей. Сегодня вам покажем это мое. Работать вместе, работаем с аналогом. Он покажет вам пальцем возможность. Очень хорошо. Спасибо. Не за что. Начинаем. Санан, расскажите, пожалуйста, как мы будем готовить парча базбаш? И какие продукты нам для этого надо? Мы это коинетеды, нохоты, туршиды, соланды и казанлады. А вот я смотрю, что мясо вы выбрали преимущественно кусочки от грудинки, рулька или голяшка, такие мясо с косточками, да? Сумилетлер лазымды бізе ак казаны. И бұны енді баштайак. Давайте начнем. Бірінші әті Санан, значит, мы помыли мясо и залили его холодной водой. Холодной. Один вопрос у меня есть. А зачем мы помыли мясо? Оно что, грязное было или как? Нет, зачем были? Кровью был там, немножко там костицы были. Вот поэтому. Понятно. Чтобы удалить мельчайшие косточки, чтобы удалить, если, не дай бог, есть где-то кровь, остатки крови, Санан решил помыть мясо. И что дальше, Санан? Сора, но хоть точечно. Сколько было в сухом виде, сколько было горох, когда он сухой был? 150 грамм. Понятно. Вы его замачивали, он, наверное, примерно... Ночь стоял, да? Да. Скажите, пожалуйста, вот сейчас то, что положили, это хватит, да? Да. Значит, примерно 75 грамм гороха в сухом виде замочили его за день раньше, либо на ночь. И примерно килограмм мяса и несколько кусочков курдючного сала мы опустили в кастрюлю, в которую налили примерно 3-3,5 литра воды. И что дальше? Мы ставим на огонь, наверное, вариться? Да. Говорю, коза. Тих, ты разведь. В пяти просто готовится на холодном воде. Так. А чифта, кипяток, чтобы она сразу... Схватилось. Да. А скажите, пожалуйста, хорошо, а тогда зачем пяти или парча бозбаш мы варим в холодной воде? Для чего это нужно? Не, вот вода, бульон бывает очень вкусно. Понятно. Чтобы получить хороший бульон, мы ставим мясо варить в холодную воду. Понятно, что когда мы хотим просто сварить кусок мяса и получить кусок вареного мяса, мы будем опускать его в кипяток. А если мы хотим получить хороший, вкусный бульон, основу нашего парча бозбаш или пяти, то мы обязательно его кладем в холодную воду и даем ему постепенно, медленно нагреваться. Сначала, никуда не торопимся. Сначала сильным огнем, чтобы пенис опять. Так. Потом на медленном огне. Добавьте воду нельзя на пяти и на пальцах. Добавить нельзя. Да, понятно. Нельзя разжижать бульон водой после того, как вы сняли пену. Вот сколько вы воды налили, столько пускай и варится, а добавлять уже ни в коем случае нельзя. Потому что это портит вкус бульона. Санан, я хотел спросить, сколько примерно вот это вот у нас будет вариться? Где-то час. Около часа будет вариться. И горох успеет свариться? Да, уже все, да, обязанность станет. Ну, понятное дело, если горох замоченный, успеет свариться и за час. Впрочем, торопиться некуда. Можно поварить и полтора часа. Все зависит от качества мяса. Если мясо молодое, будет готовиться быстро. А если мясо озрелого животного, от животного, которому 2 года, 2,5 года, тогда будете варить, может быть, 2 часа, даже, может быть, 3 часа будешь варить, и тогда только бульон получится вкусным и хорошим. От молодого барашка варится очень быстро.
Да, Санан. Значит, мы собрались готовить... Парчу госбош. Просеси дзотте там. Сейчас лук добавим туда. Парча босбаш. Да, на парча босбаш. Хорошо. Значит, лук у нас для парча босбаш. Это сторонку берем. А вот эти все продукты, которые ты здесь приготовил, это для чего? Это будет для кюфте. Кюфта босбаш? Да, кюфта босбаш. Хорошо, давай начнем готовить кюфта босбаш. Что ты будешь делать в первую сейчас очередь? Сейчас лук добавим, потом начнем. Хорошо. Кюфта босбаш. Ну, опа. Бывает. Иногда так случается. Ничего страшного, нужно просто вырезать середину и все. Остальной лук вполне пригоден в употреблении. Готовить с ним можно. Просто нужно убрать эту середину, выкинуть. Все. Все остальное в этом луке чисто. Раскидываться продуктами не годится. Парча босбаш, впрочем, как и хорошо знакомый нам уже из пяти, относится к прозрачным супам. В прозрачных супах чистота бульона очень важна. Поэтому пену надо снимать очень тщательно, до тех пор, пока она не прекратит отходить. Я, когда снимаю пену с бульонов, добавляю немного соли. Это помогает отходу белка и соков от мяса и позволяет получить очень чистый и очень хороший бульон. Не беспокойтесь, тот белок, что выйдет из мяса из-за того, что вы его посолили, не повлияет существенным образом на качество самого бульона. Все будет хорошо, там внутри мяса еще достаточно питательных веществ, достаточно белков, достаточно клейких веществ. Бульон получится крепким, наваристым, но самое главное, он будет чистый, красивый на вид. Все-таки кулинария – это не только вкус и не только запах, это еще и внешний вид блюда. Если внешний вид блюда неопрятный, каким бы вкусным оно ни было, аппетит будет испорчен. Санан, значит, вот ты просто мелким кубиком порезал лук, и этот лук добавишь сейчас в бульон для барча босбаш. Да. А почему нельзя было добавить лук целиком? Прямо целиком добавить пару луголовок, пускай варится? Так лучше, да? Чай не зедим. Тады яхше цхэр, сонра. И му орда да галр уже ерся. Он за пяту атаны цхап луллыйся. Вичидыш. Понятно. А лук потом не будет мешать, что когда вот сварится, не будет мешать его кушать? Многие не любят вареный лук. Лук разварится, практически полностью исчезнет. Есть способы варки бульонов, когда опускается коренье целиком. Опускается целиком луковица, опускается целиком морковь, опускается целиком репа или сельдерей. Все что угодно. Но в среднеазиатских, в азербайджанских супах этот прием встречается очень часто, когда лук мелко режется, либо полукольцами, либо вообще мелко режется и опускается в бульон. Для того, чтобы лук выпустил как можно больше сока в бульон. Луковый сок содержит массу ферментов, и эти ферменты помогают свариться мясу быстрее. Мясо разваривается, и кроме того, лук придает дополнительный аромат, луковый сок придает тоже дополнительный аромат всему бульону. Так получается тоже очень вкусно. Оба способа правильные. Но для азербайджанских супов, либо для любых среднеазиатских супов, вот этот способ предпочтительнее. Все-таки мы имеем дело с довольно жирным мясом, с бараниной. Сейчас, не знаю, зафармлю. Прямо сейчас? Да. А не рано? Не, затем. А если в конце добавить? Не, пускай. И тогда там и читайся, да я вообще зайти. Санан добавляет шафран сейчас. По моему мнению, мне казалось, что шафрановый настой лучше добавить в конце, все-таки он сохранит так больше аромата. Но, по всей видимости, Санану необходимо, чтобы шафран пропитал еще и мясо, чтобы мясо стало красивого, желтого цвета. Не только бульон, но и мясо. Сейчас чуть алчу добавим. Буквально несколько ягод сушеной алчи. Крышку туда поставим. Теперь пускай варится под крышкой. А картофель? Картофель? 15 минут. За 15-20 минут до готовности добавится картофель. Давай. Thank you.
сделали фарш из лука, немного жира и баранье мясо. Баранье мясо. Сколько примерно было грамм мяса, сколько лук, сколько жир? Получило баранье мясо было. Так. Получило хоть килограмм. Угу. 200 грамм, 150 грамм было лук и 200 грамм жир. Потому что это там мясо самое жирное. Понятно. А если бы было мясо сухое, если мясо было бы не жирное, постное, можно было бы побольше добавить. Побольше, жир, да? Ну, это нормальное совершенно сочетание, когда на 500 грамм мяса добавляют 200 грамм жира и 200 грамм лука. Не беспокойтесь, это не будет казаться слишком жирным. Та колбаса, которую вы покупаете в магазинах, и та колбаса, которую вы едите на завтрак, жирнее намного. В разы жирнее, чем тот фарш, который у нас получится. А особенно, когда у нас получится готовая кюфта. Дело в том, что сюда, в эту кюфту, будет добавлено еще кое-что. Не только, наверное, мясо, да. Лук. Да? Что еще будете добавлять? Рис, соль, перец, мята. Внутри будем алцу платить. Рис – очень важный компонент фарша для кюфты. Бывает, что кюфту делают с замоченным и травленным горохом. Бывает, что делают кюфту с рисом. Но обязательно внутри кюфты должен быть какой-то крахмалосодержащий продукт. Дело вот в чем. Сейчас формируют кюфту. Вы знаете, что такое кюфта. Это большие тефтели. И мясо, которое было порублено на мясорубке, во время варки начнет выделять свой сок. Рис очень легко и очень охотно впитывает любой мясной сок, любой жир, который выделяется, увеличивается сам в объеме и не дает образовываться значительным порам внутри кюфты. Кроме того, что рис придает кюфте особый вкус, он еще и помогает сохранить ценные питательные продукты, такие как мясной сок, фактически мясной белок и жир, который содержался в фарше. Санан, мне скажи, пожалуйста, ты рис, просто сухой рис добавляешь туда, да? Когда я готовлю кюфту, рис для кюфты я обычно либо запариваю горячей водой, либо, как минимум, бланширую его 2-3 минуты. Мне кажется, что такой рис лучше подготовлен к тому, чтобы воспринимать соки и жиры из фарша. Но у каждого есть свой метод. Вот то, что сейчас Санан не помыл рис, в этом есть определенный смысл. Дело в том, что рис покрыт пудрой. Рисовая пудра, которой покрывается рис при обмолоте, содержит преимущественно крахмал. И этот крахмал первым сработает сейчас в нашем фарше. Пока остальной рис будет развариваться, пока он начнет увеличиваться в размерах, этот крахмал уже начнет впитывать в себя соки и разбухать. Значит, Санан, ты отбил фарш немножко, да? Перемешал его и отбил. Для того, чтобы он стал более крепкий, для того, чтобы появилась какая-то связь в фарше, чтобы он все-таки потом не развалился при варке. Как люля-кебаб. Примерно то же самое, да? Для того, чтобы сформовать красивую кюфту, руки обязательно надо намочить в воде. Дело в том, что кюфта достаточно жирная, фарш достаточно липкий, и фарш прилипает к рукам. Вы слепляете кюфту, разводите руки, и фарш следует за вашими руками. И поэтому смачиваем руки в воде, руки мокрые, кюфта формируется очень красивая, ровненькая, гладкая. В кюфте проделывается одним пальцем дырочка, и в эту дырочку заталкивается алча. Есть разные виды кюфты. Например, в Тебризе внутрь кюфты кладут и яйцо, кладут и алчу, кладут грецкий орех, кладут все, что дома есть, все, что помещается в эту кюфту, все закладывают. И кюфту там готовят очень крупную, очень большую. Эта кюфта так в Баку готовят или где-то в других местах тоже готовят? Здесь тоже есть разные кюфты. Да? Есть арзуман, таш кюфта, лучше кюфта. Вот здесь кюфту готовят несколько прагматичнее. Только алча. Зачем? Когда будете кушать, поймете. Дело не в косточке, которая содержится в алче. Дело в той кислинке, которая алча изнутри придаст кюфте. И это будет очень приятно на вкус. Лук и бараний жир имеют сладковатые ноты вкуса. А вот алча придаст необходимую кислинку и сделает очень удачный баланс вкуса. Посмотрите, Санан правильно делает, что, сформировав кюфту,
не оставляют ее лежать на столе или в каком-то подносе, а сразу отправляют в кастрюлю. В кастрюле бурно кипит бульон, настолько бурно, настолько горячо там, что наружная поверхность кюфты схватится практически моментально. И кюфта не потеряет свою форму. Если мы положим на стол, она потечет, снова станет с какой-то стороны плоской. Это некрасиво. Хочется, чтобы кюфта осталась кругленькая, как мячик. И да. Горох туда. Горох. Скажи, пожалуйста, Санан, вот кюфта сколько будет вариться? Около часа. Час. Да. Час или больше. Удивительно. Мы привыкли к тому, что изделия из фарша обычно готовятся очень быстро. Но сколько жарится котлеты? 10-12 минут. Сколько жарится вилья-кебаб? 8-10 минут. Сколько варятся пельмени? Ну, пока не всплывут. А вот кюфта варится час. Причем это в случае, если мясо молодое и свежее. А вот если мясо от старого животного, то кюфта будет готовиться значительно дольше. Может быть, час 20, полтора часа. И 2 часа повариться, ничего плохого с ней не случится. Удивительно то, что фарш, который на первых минутах, после того, как сварился, кажется уже слегка пересушенным, снова обретает свою источность, когда он поварился в течение 40 минут, 60 минут. Чем дольше варится, тем кюфта сочнее и ароматнее. И самое главное, бульон приобретает дополнительный аромат. Но мы сейчас убавим огонь под кастрюлей, да? Немножко угнездим, кюфта. Понятно. Кюфта должна сохранить свою форму, поэтому сейчас пускай кипит бурно. А через несколько минут после того, как наружная корочка кюфты уже будет готова, мы убавим нагрев на самый малый и оставим вариться на целый час. Спи, отдыхай. Ну что осталось для парча, Бозбаш? Только картошка осталась? Картошка, да. Ну, давай положим картошку. Сейчас положим картошку. Крупные картофельные разрежем пополам. Всем это хорошо знакомо, чтобы картофель сварился равномерно. Ve biz buraya bir tane tuz dökmemişiz. Onu da neye göre? Tuzu ahırda vururum ki et tez pişsin. Понятно. И только теперь мы солим бульон. Это было сделано для того, чтобы мясо разварилось и осталось сочным и вкусным. Ну что? Парча Бозбаш готова? Готов, да. Давай попробуем. Санан, да. Я вот о чем хотел попросить тебя. Ты приготовил? Я думаю, что это вкусно. Но ты расскажи сначала, как это правильно кушают. Соло бы дали, сума вина, неси, лаваши, баштован. Добавляют это по вкусу? Да. А вот прямо туда хлеб не кладут? Это тоже по вкусу. Кто как хочет кушать. Иногда некоторым нравится положить сначала сюда хлеб, чтобы хлеб питал этот бульон и съесть этот хлеб, посыпав его сумахом. Некоторым нравится размять разваренный горох и картофель в кашу и тоже посыпать его сумахом и съесть его как второе блюдо. Ну, можно съесть и вот так, как подали, если вам как нравится. Только приправите его щепоткой сумаха, приправите его щепоточкой сушеной мяты, и ваше блюдо готово к употреблению. Не перец черный, не свежая зелень, а именно вот так. И непременно парча Бозбаш подают сырой лук. Потому что парча Бозбаш блюдо очень жирное, очень калорийное. И для того, чтобы человек потом мог переварить это блюдо, непременно ему понадобится съесть немного сырого лука. Потому что лук содержит в себе ферменты, которые помогут нашему пищеварению. Я попробую. Пожалуйста. Ну что, сэр? Спасибо. Ну-ка я попробую.
Так вот сначала, слева. Крепкий, наваристый бульон. Очень мягкое, хорошо приготовленное мясо. И, конечно, картофель. Раньше, до того, как картофель появился в Азербайджане, любую басбаш, любой пити готовили только с каштанами. А вот теперь, когда картофеля столько хочешь, добавляй картофель. Некоторые помидор тоже добавляют. Это правильно или неправильно? Да. Не надо. Не надо. Ну, да. Если не надо, не будем добавлять. Это вообще бывает соус. Понятно. И что осталось для нашей кюфты? Только картошку положить? Только, да, картошку. Все. Хорошо. Скажи, пожалуйста, для кюфты мы использовали готовый бульон. Этот бульон соленый был? Да, да. Понятно. Для кюфты используется готовый бульон, заранее приготовленный. В готовом бульоне мы варим кюфту. И этот бульон уже заправленный и уже соленый. Готово? Да. Ну, давай проверим. На каждого человека одна кюфта дается, да? Одну и две можно. Картофель, горох, бульон. А что подается к кюфте? Что с ней вместе дают? Новое. Мята. Так. Сумах. Угу. А хлеб какой лучше подают на кюфту? Лаваш. Лаваш или чурех такой? Лаваш. Лаваш считается более традиционным. Лаваш, сумах, нане, мята, сушеная мята. И обязательно немного лука. Так уж устроили азербайджанские блюда, что без сумаха, без нане и без свежего лука, их если и поешь, то наслаждения не получишь. Щепотку сумах немного. Сумах почему дается? Она жирная. Да. Может поднять давление. А, да. Не дает возможности все поднять. Сумак уезжает давление. Еще раз говорю, азербайджанские повара, это не повара, это еще и доктора. Они заботятся о кровяном давлении у человека, и поэтому обязательно подают сумак жирной еде. Если жирная еда, если калорийная еда, чтобы ваше давление не оставалось в норме, вам непременно надо употреблять хоть пол чайной ложечки сумах. Ну что, надо попробовать? Да. Как у тебя получилось? Мне интересно. Лаваш. Кто хочет, добавляет его прямо в бульон. Нарвет небольшими кусочками и положит в бульон. Кто хочет, может поесть бульон просто так. Но лаваш, замоченный в бульоне, я вам скажу, это очень вкусно. Сау. Спасибо. Очень вкусно, на самом деле очень вкусно. И хочу попробовать кусочек от кюфты. Нежно, тает во рту. Просто даже жевать не надо. Честное слово, правду говорю. Это очень вкусно. Весь вкус Азербайджана здесь, в этой кюфте.